Всем привет! Продолжаем снимать обзоры на напитки из спорт питания. И продолжаем рубрику фастфуд. Давно хотел сделать обзор на Domino's Pizza, и настало это время. Как вы поняли из названия, сейчас мы заказали фирменную пиццу Domino's Pizza 33 сантиметра, самую большую, за 849 рублей. На ультратонком тесте. Хочу сказать, что доставили ее быстро, очень круто. Давайте посмотрим, как она выглядит, и посмотрим информацию. Вот так она выглядит, тоненькая, да, действительно ультратонкое тесто. Довольно большая начинка, как мы видим, да. Ну, вот как это выглядит на картинке у нас. Вот смотрите, ну я так понимаю, на картинке у нас другое тесто, да. Мы на ультратонком заказали. Вот ценники мы видим, да, мы заказали 33 сантиметра, самую большую, 249 рублей. А начинка, как на картинке, по факту очень большая. Смотрите, здесь у нас бекон, грибы, лук, пепперони, свежие томаты, сыр, моцарелла, говядина, курица, сыр пармезан, зеленый перец и свинина. Начинка реально огромнейшая, согласитесь. Это очень круто, очень круто. Вот здесь мы все это и наблюдаем. Ну что, ребята, давайте будем пробовать. Доставили довольно быстро, минут за 20-30 в Москве. Вот. Ну, настало время. Итак, смотрим. Очень тоненький кусочек, да, такой, как мы видим. Запах приятный. Да. Очень круто. Гляньте, прям тоненькое тесто, настолько тоненькое, что даже начинка падает вниз. И очень приятно. Действительно, когда ты кусаешь, ты практически не чувствуешь тесто, а чувствуешь вот эту вот смесь. Чувствуется соус, чувствуется сыр. Перчик. Шикарно, ребята. Очень вкусно. Честно говоря, не думал, что будет так круто. Думал, будет, ну, обычная такая пицца. С большой начинкой обычно как пиццы делают. Нафигарят всякой ерунды побольше. Она особо вкуса не имеет и прочее. Но здесь нет. Здесь, вот я первый кусочек съел, и знаете, очень вкусненько. Да. Шикарно. Тесто реально крутое. Ты действительно ешь, как будто начинку. Ты не чувствуешь практически теста. Начиночка тает во рту. Ингредиенты свежие и вкусные. Ну, очень круто. Здорово. Молодцы. Не ожидал. Приятный читмил, ребята. Читмил должен приносить удовольствие и радость вам. Мне это приносит. Я вот, кто знает, кто мои видео смотрит, не фанат помидоров. Я люблю томатное пюре, протертый томат, но сами не люблю. И там такая функция была, что можно, допустим, какие-то ингредиенты не добавлять, например, лук, помидоры и прочее. Но я не стал этого делать, чтобы попробовать в оригинале, да, ради обзора. Вот, и поэтому я вот помидорчики выбрасываю, не люблю я куски помидоров. Вот. Но все остальное реально шикарное. Просто тает во рту. Гляньте, тонюсенький кусочек с крутой начинкой. Еще что нравится, что здесь добавили много сыра, реально. Здесь два вида сыра у нас. Как мы смотрели, и получается, что не сухое, да, то есть, а вот по всему слою много тертого плавленого такого сыра. Шикарно. Впрочем, вот так есть. Причем, обратите внимание, начинаете кусать снизу, чувствуете мясо и сыр. Идете выше,
попадается вам зеленый перчик, он так хоп, новый аромат добавляет, и еще пару стручков лучка. Отличный переход. Шикарно. Очень вкусно. Ну ладно, надо еще оставить нашему оператору на пробу. В общем, мне достаточно, чтобы сделать оценку. Что могу сказать? По моему мнению, пицца Domino's фирменная получает 5 баллов с 5. И советую брать именно на ультратонком тесте. Очень круто. Вот. Большая начинка, свежие вкусные ингредиенты, много действительно сыра, кто любит сыр, вы посмотрите, оператор, возьми, пожалуйста, посмотрите, как залито сыром, то есть действительно не чуть-чуть добавили, прям вот вся плоскость залита, это очень круто, в общем, все свежее, вкусное, денег своих 849 рублей она точно стоит, однозначно. Ну, в общем, берите, не пожалеете. Также удобно заказывать на сайте, все там прикольно, быстро доставили, я говорю, 20-30 минут. В общем, молодцы, хорошая фирма. Это моя вторая пицца, которую я пробую, и думаю, попробую еще. Мне очень понравилось. Также, как я сказал, допустим, вот я не люблю помидоры, да, я могу отказаться. Кто-то не любит лук, можете там, когда заказываете, это все убрать. Удобно, просто, понятно, вкусно. В общем, делайте такие читмилы, это полезно. Не повредит. В общем, 5 баллов с 5. Всем советую. Круто, вкусно, классно и здорово. Ну, а мы увидимся в обзорах.